Платформой для встречи участников клуба «Активное долголетие» вновь стала библиотека номер один. На этот раз с лектором по вопросам ЖКХ. Наболевшая тема взаимодействия собственников многоквартирных домов с управляющими компаниями собрала слушателей из Одинцова. Управляющей компании нет взаимодействия с собственниками, жителями. То есть понятие договорных отношений «я заказчик услуг», «я потребитель», «я собственник» – это отсутствует. Разъяснительные встречи по теме ЖКХ регулярно проводятся с жителями округа уже в течение 3 лет. Сначала на лекции приходили те, кто хотел решить личные вопросы, но по мере накопления информации появилась возможность выстроить грамотное общение с управляющей компанией. Собственники, которые пришли, они же у нас с вами идут 55 с плюсом. И обычно на них уже не обращают внимания, да, то есть зачем им знать? И они должны платить. Мы наоборот, мы показываем иную позицию, мы говорим о том, что это ваш дом, и вы имеете право знать на таком же уровне, как и остальные возрастные категории. Помимо ценных знаний, все слушатели обязательно получают методички рекомендации по решению возможных проблем. В этот раз на семинаре про ЖКХ присутствующим напомнили, что качество жизни собственников напрямую зависит от понятного взаимодействия с управляющей компанией. Среди слушателей были и те, кто уже воспользовался полученными знаниями. В течение вот 3 лет мы совершенствовали наше общение, которое отразилось на управлении нашим домом конкретно. То есть мы наладили контакт с управляющей компанией. И с помощью лекций и информации от Евгении Петуховой мы уже вышли на очень конструктивное общение с нашей управляющей компанией. И, соответственно, это улучшило жизнь нашего дома. Елена Краева, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».